Так, народ, всем привет! Сейчас нахожусь на авторынке «Зеленый угол». Хочу снять небольшой ролик, буквально минут на 10, показать вам, что происходит с ценами на автомобили, потому что ценник, он постоянно скачет. Я попытаюсь снимать видео почаще, потому что, говорю, цена то вверх, то вниз. Вот, что-то даже сейчас не выставляется на дром. Да, короче говоря, чтобы вы всегда были в курсе. Вообще, что происходит у нас на авторынке «Зеленый угол»? Он работает в штатном режиме. Выходных у него нет. Я тоже работаю, поэтому можете смело ко мне обращаться. Я походил, поговорил с продавцами. Не со всеми, конечно, но тем не менее. Продавцы сейчас машины не покупают. Но у продавцов есть купленные машины, которые уже стоят в Японии. И они сюда их везут. Сейчас пришло два парохода, автомобили будут таможиться. Но, естественно, автомобили будут таможиться уже по новым ценам. Цена будет космос. Ценник взлетел капитально на автомобиле. Просто жесть, просто шок цена. Сейчас ВИЦы стоят по 1 100 000, инсайты стоят 850, 900 и выше. Блин, харьки переднеприводные стоят чуть ли не по 3 миллиона. Но, тем не менее, машины покупают. Выгребли много машин. Рынок, стоянки стоят полупустые. Пока машины есть. Кейкары, энваганы по 700 тысяч. 700 тысяч рублей объем двигателя 0,7 литров. Но, как говорится, японское качество, да, в рекламе не нуждается, поэтому автомобили берут. Далее, значит, нас блокируют. Блокируют Инстаграм, за Инстаграмом следом, возможно, заблокируют WhatsApp. Вот поэтому надо изучать новые соцсети. Скажем так, допустим, ВКонтакте хорошо забытые старые, да, тот же самый Телеграм. Поэтому ссылочки будут под этим видео. Обязательно заходим, подписываемся. Вот, ну и надо как-то по-новому вести, да. То есть там будет такое разнообразие. Там будет и личная жизнь, и вообще, в принципе, будет все-все-все. Я уже везде зарегистрировался, я уже везде есть. Правда, особого понимания еще нет. То есть мы все привыкли. YouTube, да? Ну, вот, по крайней мере, моя аудитория там YouTube и Instagram. И то не все. У кого-то там Instagram еще не развит. Вот, но очень большая аудитория именно ВКонтакте по России, да? Ну и Telegram. Поэтому обязательно заходим, подписываемся. Вот. Короче говоря, учимся вести. Сейчас идем, смотрим, что сколько стоит. Сейчас закончил поиск Приуса. Приезжал постоянный подписчик с Благовещенска. Так вот, Приус, по-моему, 17-й год, 51-й кузов. Пробег сотка. Ребят, 1 миллион 700 тысяч рублей. Согласитесь, это жесть, да? Вот. Мы обошли с ним весь рынок обошли. Один единственный автомобиль нормальный попался. И то он не идеальный. У него там пару вмятинок на двери, но это бог с ним, это все уйдет локально. И пару вопросов по салону, но в принципе это все решаемо. Да? Поэтому я не знаю, что будет дальше. Я знаю одно, то что будете писать комментарии. Я уже, по-моему, говорил, да, в виде «Ваш правый руль нафиг никому не нужен». Я еще раз вам хочу напомнить. Посмотрите, как задрался ценник на левый руль, на российский, на отечественный наш автопром, да. А потом уже, ну, скажем так, можно предъявлять претензии к правому рулю. Продавцы здесь абсолютно ни при чем. Потому что, опять же, многие думают, что продавец здесь зарабатывает там миллионы на этих автомобилях. Ничего подобного. Просто можно, ну, знаете, кто, скажем так, варится в этой каше, да, кто в теме, те прекрасно понимают, как таможится автомобили, по каким курсам, где доллары, где иены, где евро и так далее. То есть, в принципе, можно это все дело просчитать. Ладно, не забываем подписаться на ВК и Телеграм. Пойдем посмотрим цены. Итак, цены меняются каждый день. Давайте посмотрим. Toyota Wish рестайлинг, объем двигателя 1,8. 1 миллион 365 тысяч рублей. Он на лите, летняя резина, есть бесключевой доступ, белый перламутровый цвет. Это полноценный минивэн.
Рядом стоит Toyota Isis, начинка. Та же самая комплектация платана. Литье, нештатная летняя резина. Платана, она идет в обвесе. То есть смотрится намного круче, шикарнее. год, 4 ВД автомобиль, стоимость 1 325 000 рублей. Рядом гибрид от Honda, 10 год, Honda Insight. Это не полноценный гибрид, помогайка, можно так назвать. 10 год, стоимость автомобиля 850 000 рублей. Он 3,5 балла. Пробег 105 тысяч на автомобиле. Я его проверял. Рядом стоит Toyota Raktis. 4 ВД, полный привод. Двенадцатый год, объем двигателя 1,5 литра. Стоимость этого автомобиля 958 тысяч. Это уже Mazda Demio. 16 год, 1,5 литра, дизель, 105 лошадей, автомат, 857 тысяч. Машину открывать сегодня не будем, смотрим, как меняется у нас цена. Рядом Toyota Corolla Fielder. Сейчас ходили, искали Приуса, взяли 51-го, пробег 126 тысяч, 3,5 балла. Друзья, 1,7. За 1,7 взяли. Филдер стоит 1 137 тысяч. Это уже Honda Fit, гибрид, рестайлинг, 1 157 тысяч рублей. Fit это уже идет, это полноценный гибрид, то есть автомобиль ездит на батарее. Нот, E-Power, комплектация медалист. Это очень хорошая комплектация. Сзади сонары. Такой красивый цвет, коричневый. На нештатном литье он, бесключевой доступ. Есть у нас повторители. 5 камер. Но цена, конечно, 1 237 тысяч рублей. K-Car, Honda N-Wagon. 700 тысяч, 14 год, 700 тысяч рублей. Suzuki Alto, 17 год, 550 тысяч. Пробег по Японии, 16 тысяч километров. Друзья, я недавно Вица смотрел. Виц. 1 120 000. Руми ценника здесь нет у нас. Следующий автомобиль это Honda N-Box, 14 год, 4 ВД, 637 тысяч. Еще один N-Box, 635 тысяч. Машины поубавились. Поубавились машин. Еще один N-Box, Turbo, 13 год. Цена не указана на нем. Это Rush. Так, Mazda Flyer, да, я называл, цена 565 тысяч. Rush, 9 год. По-моему, он уже в видео попадал. 1 миллион 45 тысяч. РВР. Так, цена не указана. Это у нас, что это у нас? Дейс новый, пробег 3400 километров. Есть все 910 тысяч рублей. Люди на рынке есть, есть. Приходится выбирать, ребят, из того, что осталось. Дейса, по-моему, я тоже показывал этого.
Fielder G-комплектация 4WD. Я думаю, наверное, даже боюсь представить, сколько он будет стоить. Видишь, цена не указана. Не указана. Hustler без цены. Hustler Turbo 4WD красный цвет 725 тысяч. Unbox, Move. Кейкаров пока хватает. Напоминаю, каждый автомобиль нужно проверять. И, друзья, поймите, да, вот, значит, Unbox 19 год, 875 тысяч рублей. А Move без цены. N-Wagon 14 год, 698 тысяч. Вот то, что я хожу сейчас, прошел, показал вам там Isis, Wish, DSA, N-Wagon, да неважно, какой автомобиль я вам показал. Я их не проверял. То есть я вот подошел и вижу то, что указана цена. Там 11 год, 528 тысяч. Кстати, вот этот Move, по-моему, неплохой. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде я его проверял. Еще 4WD. То есть любой автомобиль нужно проверять. Конечно же, меньше автомобилей. Форик вот этот, по-моему, он стоил чуть-чуть подешевле, если я не ошибаюсь. Но вот на данный момент он стоит 3,5 миллиона. То есть цена прыгает то вверх, то вниз. Прыгает она, конечно, постоянно. Виц 933 тысячи, 17 год, 4WD. Надолго растягивать не будем. Постараюсь почаще делать такие вот небольшие видео с ценами. Поэтому не забываем подписаться на телеграм-канал, не забываем подписаться на ВК, ВКонтакте. Неизвестно, что будет дальше с нашими соцсетями.